Казалординские полицейские по сложившейся традиции поздравили старших коллег ветеранов войны с Днем Победы. Ветеран ДВД Махамбет Пержанов в 1945 году принимал участие в войне с Японией, награжден медалью за победу над Японией. И после войны он продолжал стоять на страже мира и покоя граждан. Работал в органах внутренних дел, от рядового сотрудника до роста начальника Крамашинского РОВД. Среди наград мирного времени медали за безупречную службу всех трех степеней, за трудовую доблесть первой степени. Воевал против Квантунской армии, брали город Хайлар, получил легкое ранение, потом работал в органах внутренних дел в течение 40 лет и звание полковника милиции вышел на заслуженный отдых. Война. Само слово звучит угрожающе и лучше бы его не произносить. Пусть Всевышний не допустит того ада, который мы пережили. Пусть наши дети не видят войны. Пусть всегда будет мир и согласие в нашей стране. Ветеран Даутпай Сахтаганов был призван на фронт в 1943 году. Воевал в Средковому полку. Домой солдат вернулся только в 1948 году и тоже пошел служить в полицию. Имеет множество поощрения за безупречную службу в милиции Терензека и Кармахша. Делегация ДВД также посетила семью героя полицейского Талгата Кузубаева. Участковый инспектор погиб при исполнении при обезвреживании вооруженного преступника. Было тогда ему 25 лет. За проявленную самоотверженность лейтенант полиции Талгат Кузубаев посмертно был награжден орденом Айбен второй степени. По стопам отца пошел сын Алмат, студент военной академии в Караганде. Он был моим единственным сыном. Его именем названа улица в Теренузеке, Тартугая школа, открыт музей. Про него сняты два документальных фильма. Большая всем благодарность за поддержку, за память о сыне. Акимат Сардаринского района, руководство областного ДВД совместно с Советом ветеранов органов внутренних дел побывали в домах у наших ветеранов, оказали им почести. Уже вошла в добрую традицию в честь Дня Победы посещать старых солдат. Также мы обязательно навещаем семью нашего коллеги, который погиб от рук преступника Талгата Хузабаева. На примерах их жизни мы воспитываем наших сотрудников. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто отдал жизнь за мир и покой страны. Их подвиг остается с ярким примером истинного патриотизма и верного служения Родине. Калмжан Назар, Ахан Алиев, Тосхан Садпай, телеканал Казларда.